Приветствую вас. Если я правильно понял, то на заре ваших отношений, когда у вас с молодым человеком еще все было в порядке относительно, вы уже тогда на него давили, как я понял, вы несколько обесценивали его связи, на горе отношений, насколько я понял, вы пытались навязать ему определенную модель поведения с его стороны. И поначалу, когда я читал ваше сообщение, оно достаточно большое, мне казалось, что это связано, ну, просто с вашим вот поведением. Есть такие женщины, которые считают, что мужчина должен им подчиняться, а не руководить. Ну, это не хорошая, не плохая позиция. Она есть и в любом случае будет. Но дальше, когда вы сказали, что узнали про измену и что простили мужчину, потому что не можете без него жить, при том, что он вас предал, при том, что вы пишете, что он был для вас очень близким человеком, заменил вам маму и папу и так далее, и что вам очень тяжело доверять людям, я тогда совершенно очевидно увидел, что молодой человек для вас это своего рода такая фигура, кроме которой вы больше ничего не видите. То есть вы не видите себя в этих отношениях. Вы видите только его, он для вас спасение, он для вас надежда, он для вас родитель, он для вас человек, который, ну, по сути дела, олицетворяет, наверное, последнюю надежду. Вот. И знаете, почему так происходит? Вот откуда у вас все ваши страдания и вся боль, которая имеет место быть сейчас? А все это происходит потому, что вам тяжело доверять другим людям. Потому что молодой человек для вас чересчур значим. Смотрите, у вас даже еще нет семьи. Смотрите, вы даже еще не в браке. То есть молодой человек, по сути дела, просто с вами встречаться. Когда люди встречаются, да, есть обязательства, безусловно. Но если люди встречаются, значит, как бы имеет место быть вот этот вот нюанс, что может быть, вместе эти люди не будут. То есть, ну, может быть, случится так, что как бы повстречаются, да, и разойдутся. Ну, может такое быть, вполне. И вот, значит, основная проблема в том, что для вас молодой человек слишком значим. Вы в нем концентрируете всю свою энергию, вы в нем концентрируете всю свою активность, так сказать, на него. И он для вас слишком много значит. То есть вы не можете его потерять, вы боитесь его потерять, вы не хотите его потерять. Вы не готовы его отпустить. Вот мне кажется, что вы не готовы его отпустить. И сейчас, что вы делаете? Ну, совершенно очевидно, что то, что мужчина сделал, это ужас. Он вам изменил, родился ребенок. Это все, безусловно, неприятно, но молодой человек совершил ошибку. Ошибку вы эту, ну, вроде как ему простили. То есть вы вроде как начали жить дальше. Да, родился ребенок. Ребенка он бросить не может, как и любой нормальный мужчина. Но у вас это будет. Почему? Потому что вы перестали быть единственным. У вас вот это вот неуверенность в себе. У вас вот эти вот страхи.
И происходит все это потому, что молодой человек для вас значит слишком много. Вы чересчур много в него вкладываете. И у вас сверхмотивация, чтобы с ним быть рядом. У вас сверхмотивация, чтобы с ним быть вместе. А так быть не должно. Ну смотрите, уверенная в себе женщина, понимает, молодой человек с ней, а не с другой. Да, была измена, да, была минута слабости, но молодой человек рассказывал, его простил. Кстати говоря, мотивация, простите, это отдельный разговор, как и ваши отношения с родителями, как и то, что вам тяжело доверять людям. Вот очень мне трудно доверять людям. Вот. И в итоге вот что произошло. Отдельный вопрос, почему молодой человек был для вас и мамой, и папой, и другом? Почему вы не разделяли вот этот момент? Почему у вас, откуда у вас такая сильная привязанность, чем она обусловлена? То есть, понимаете, вам необходимо разгрузить вот эту вот значимость для вас, молодого человека. Именно разгрузить его значение для вас. Чтобы вы адекватно воспринимали мужчину. И адекватно воспринимая мужчину, адекватно это дело, вы не будете понимать, что ага, он же со мной, значит он хочет быть со мной. Если он пожелает, он уйдет к другой женщине. Но вы, завися от него сейчас, и его воспринимаете как зависимого тоже. Ну, сами подумайте, зачем ему быть с вами, если бы он этого не хотел. Другая девушка его соблазняет, другая девушка постоянно ему пишет, другая девушка постоянно о нем напоминает, о себе напоминает. Он бы уже давно ушел к ней, если бы хотел. Но он с вами, значит, он действительно нас любит. Другое дело, что, может быть, вы на него давили чересчур, и а вот в период этого застоя, который у вас был, мужчина проявил такую слабость, о чем он уже жалеет. На прошлого не вернуть. И если вы разгрузите значимость для вас, молодого человека, если он перестанет для вас быть вот и мамой, и папой, и другом, то вам будет легче как бы существовать с ним. Боль будет меньше. Боль-то она откуда? Откуда она берет свои истоки? Боль берет из того, что вы хотите. Боль берет из того, что вот, вы боитесь потерять. А это, как вам правильно сказал мой коллега, не любовь. Это зависимость. Это стремление от человека, через человека, что-то для себя получить. И все. К сожалению. И вам вот это нужно понять, что то, что есть сейчас, это не любовь. С вашей стороны. Вот со стороны молодого человека, да, это любовь. Как бы это дико и не звучало, то есть вы можете сказать, что... Какая же это любовь, он же мне изменил, и у него дочери дела, сам и так далее. А про обстоятельства появления простоя, о которых вы говорите, да, сильный застой у вас был. Вот про обстоятельства этого сильного застоя вы мало что пишете. Откуда он взялся, откуда он появился, почему так получилось, почему вы не пытались этот застой преодолеть. Отсюда и бывший лучший друг молодого человека. И отсюда его стремление получить новые эмоции. Потому что застой. И в застой несет ответственность вы оба. И он, и вы. Вы же об этом совсем в данном случае не думаете. И что-то мне подсказывает, что в этом застое несете ответственность вы, наверное, даже больше. Ну, естественно, это пока только предположение. А вот, понимаете? То есть, для того, чтобы справиться со всей этой ситуацией, вам нужно разгрузить значение своего молодого человека для вас. Вам нужно понимать, что мама, папа это одно, друзья это другое, молодой человек это третье. И что молодой человек может быть кем-то из них,
То есть вы можете дружить с молодым человеком, вы можете воспринимать его как маму и папу, но заменить их он вам не может и не должен. А если это произошло, то это нормально. Это неправильно. Это защитный механизм. Это сублимация. А сублимация – это невозможность реализовать то, что хочется естественным, правильным путем. Даже нужно работать именно с вами. Понимаете? Вот. И я, соответственно, предложил бы вам следующее направление. Значит, первое, ну, как бы, направление такое. От того, что есть сейчас, с прошлого. То есть мы с вами, например. Ну, или вы с любым экспертом на нашем ресурсе, не столь важно. Вы, отталкиваясь от того, что есть сейчас, отталкиваясь от того, что есть в данный момент, вы как бы говорите, рассказываете о том, что привело к такому вашему отношению к нему, что заставило вас так к нему относиться, какие проблемы, какие внутренние противоречия, препятствия, неуверенность в себе и так далее. Вот. И почему вы сомневаетесь в себе? Почему вы так сильно боитесь его потерять? Это тоже отдельная работа с вашими страхами, которые, ну, безусловно, страхами нужно работать отдельно. То есть там есть некоторые средства для борьбы со страхами, но речь даже не об этом, речь о том, чего именно вы боитесь. Боитесь свои наступления каких-то негативных обстоятельств, в которых вы просто не сможете жить. И вот именно генерация создания средств для того, чтобы вы могли существовать в определенных условиях и в определенных обстоятельствах, в вашем случае будет самым правильным решением, потому что очевидно, что вы мучаете сейчас себя, и очевидно, что вы мучаете молодого человека. Если вы не хотите этого, то если вы не хотите, чтобы он устал, чтобы ему было тяжело, чтобы он волей-неволей думал, что другой женщине ему легче, вот это все вам нужно делать и как можно быстрее. Вот. Ну, а хотите вы или нет, это уже решать вам. То есть, в отличие от своего коллеги, который написал вам первым, я не считаю, что у вас прямо может быть зависимость. То есть, вполне вероятно, что вы эту зависимость не осознаете, по крайней мере. Но то, что у вас чересчур большая значимость молодого человека для себя, вот это да, это действительно так. И вот это большая проблема. А большая значимость, это вот, знаете, как по аналогии, да, как бы текут ручейки. Ну вот ручейки текут, да, или, например, дорога. Вот представьте себе дорогу. Вот разные дороги там. Трассы, шоссе и так далее, да? И вот представьте себе, что на этих дорогах однажды начались работы. Ну, ремонтные работы или вообще там случилась какая-нибудь авария, да? И дороги перестали быть проходимыми. И все движение стали направлять в другое место. То есть, в какое место? Все движения стали направлять там только на одну дорогу. Представляете, какое значение у этой дороги сразу стало? Для всех, для города, для людей и так далее. Понимаете? Совсем уже другое отношение. А что будет, если эта дорога сломается, например? Что будет, если она не выдержит? Какая на нее нагрузка идет сразу на эту дорогу? Вот по этой аналогии, по этой метафоре, вы постарайтесь понять то, что происходит сейчас с вашим молодым человеком и с вами. И вот ваша задача заключается в том, чтобы разгрузить вот эту вот дорогу, чтобы другие, может быть, дороги поменьше, чтобы другие шоссе, да, они функционировали нормально. И тогда у вас все будет в порядке. То, что происходит сейчас, это не естественно, по аналогии опять же. Вот так. И это работа с вами. Я так подозреваю, что это не работа одного дня, к сожалению. Ни одного сеанса, ни одной консультации.
На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.